32-я серия турецкого сериала «Основание Осман» выйдет на экраны Турции 4 ноября. В этой серии мы увидим следующее событие. Осман не хочет нарушать приказы своего отца, но у него не остается другого выбора. Он должен остановить Гайхату. И сделать это можно лишь одним способом, а именно необходимо будет отыскать Мюнке. Осман очень сильный и отважный воин. Многие сравнивают его с рычащим львом. И враги должны будут уничтожить его до того момента, пока Осман не набрался еще большой силы и как следует не окреп, ведь тогда им придется потерпеть поражение. Заклятый враг Османа начинает строить коварный план против него, и он хочет напасть на Эртугрула в тот момент, когда он этого не будет ожидать. Осман осознает, какой сложный и опасный путь он выбрал для себя. Но сворачивать с него он не собирается, и если он не сможет вернуться, то простит предательство его отцу, чтобы он простил его. Бала очень любила Османа, и она считает, что он является надеждой и опорой для их стойбища, и для того, чтобы уберечь своего возлюбленного, девушка готова на все. Когда отец узнал о том, что сын его ослушался, то пришел в ярость. Но Османа пытаются оправдать и говорят о том, что он вынужден был так поступить из-за любви к своему брату. А мы напоминаем, что 32-я серия турецкого сериала «Основание Осман» выйдет на экраны Турции 4 ноября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.